Встретить малыша, управляющего транспортом, можно довольно часто. Для катания детей на электромобилях в городе отведены площадки, разыгранные на аукционе. Но, как выяснилось, не каждый предприниматель придерживается правил договора. Пункт проката должен занимать не более 6 квадратных метров. Здесь же явное нарушение. Зафиксировали, задокументировали. Уже, уже вызвал. На землю расторгайте договор на благоустройство. И все. И пусть идет в суд. И сутится с нами. Не мы с ним, а он с нами. Тот, кто вот этот бардак устроил. Рядом еще один детский аттракцион – батуты. При виде главы города их оперативно сдули. Земля выделена под благоустройство и не может использоваться в коммерческих целях. Также непорядок в торговых рядах на Терской. В погоне за прибылью продавцы разместили товар на тротуаре. Это муниципальная земля. Нарушение налицо. Это тротуар. Вообще здесь люди ходят. Вот туда, внутрь. Убирайте. Иначе будем закрывать аэролет. За порядком в сфере торговли и использования муниципальной земли сейчас следят многочисленные рейдовые группы. Но они, видимо, не справляются без помощи мэра. Задача от Сергея Сергеева – ежедневно и систематически наводить порядок на улицах курорта. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапрегион.